Капец, как это все запомнить? Да как? Не запомнить, а не видеть надо. Ну я-то на знаки вроде смотрю. Да? Да. Точно? Точно. Вы можете проверять. Угу. Я готова. Хорошо. Знак последний какой стоял? Остановка запрещена и стрелочка, да? До этого знака. Остановка. Все. Вот я тебе и проверил. Можете проверять меня. Бах, бах, бах. Еще. Я так лучше буду запоминать. Левый ряд перестраивайся. Ближайшее место для остановки. Ну, сейчас я уже не перестрою. Сейчас их перестрою. Ну тут я не могу остановиться, я приеду дальше. Пешеходный переход. Ну за пешеходным. Ну вот тут остановка, я тут не хочу остановиться, потому что он тут остановился. Не хочу или не могу?
Не могу, потому что остановка запрещена, только перекресток вот он был. Учебная машина там остановился, где машина учебная остановилась, да? Вот здесь можно? Да. Просто ученик увидел знаки, ну инструктор сказал. Все, остановка. Только это не ближайшее место, понимаешь? Еще. Я же тебе сказал, где ближайшее место? Сразу за остановкой. Ты проехал еще 100 метров. Угу. Это могут посчитать, что это не дача экзамена. Поехали. Блин, капец. Господи, вот только мы сегодня ехали, я сказал, на обочине грязь такая. Ты еще колеса вывернула, блин. Все. Я плакал. Ну вы отмоетесь. Отмоетесь. Сейчас от дождя. Ну вот дай тебе тряпку с ведром. Направо поедем. Блин, ужас, как же это все запомнилось. Так, пешеходы. Нет пешехода. А если он там идет, я могу ехать или нет? Можешь, знак какой? Вот сюда. Я могу ехать? Можешь. Чего ты останавливаешься? Ну а что там человек бежал? Пошел уже. Скоростной режим ты нарушил. Почему? 40? Там знак 40 км в час, 300 метров протяженность. 300 метров, грубо говоря, кончается, где сейчас грузовик едет белый. Mm-hmm. Вот такой же знак, столб со знаком. Mm-hmm. Туда-обратно 300 метров. Сейчас-то уже можно 60 ехать.